продолжаются отборочные игры по всем видам спорта для формирования команд на игры «Манчары». В Алекминске «Хабсагай» собрал большое количество участников всех возрастов. Накал страстей подогрели спортсмены, прибывшие из других районов республики. За спортивными баталиями наблюдала и наша съемочная группа. Вот так, чисто по-мужски, более 100 человек мужской половины района отметили 23 февраля. Ну, это к слову, а на деле в селе Допорай прошли внутренние отборочные соревнования для участия в играх «Манчары». Существенное отличие от обычных в том, что сами условия соревнований и положения выстроены как на настоящих играх. Это, конечно, плюс будущим участникам, они изначально идут по всем правилам. Юноши, мужчины, ветераны спорта – вопрос, кто войдет в команду района. Предварительное формирование было, но каждое состязание могут дать новые имена. Сами соревнования захватывающие. Кто-то решает исход за считанные минуты, а кто-то ведет поединок по своей стратегии. Участников захвачены поединком болельщики. Красивая схватка, награда зрителю. Елена Фаст, НВК Саха, Алекминск.